Всем привет! Продолжаем R-Type. Надеюсь, сейчас мы его затащим. Сейчас скажите, как там меня... Ой! Я ж чат не включил. Так, моментец. Так, это нехорошо, это некрасиво. Ну-ка. Так, не прогрузился. Почему? Где это дерьмо? Ага. Так, что у нас там? О, вот так должно быть красиво. Так мне нравится. Так, поехали. Я с прошлого раза учел все косячки, скажем так. Я перепрошел заново предпоследний уровень, чтобы вообще знать, как босса гасить. А то я что-то предыдущий раз дошел и забыл, как его мочить надо. Ну, думаю, что сегодня получится пройти. Может, конечно, не с первого раза затащим, но я думаю, с какого-нибудь там третьего, четвертого, пятого-то я думаю затащим. Первый такой разминочный будет. Ну, я надеюсь, с первого раза затащим. Будет вообще по красоте. Брать скорость. А не буду брать. Где-нибудь в следующих уровнях возьму. А может, вообще не буду брать. Я думаю, что в принципе и этой скорости должно хватить на пятый, и тем более. Ой, и на пятый, и на шестой, и тем более на седьмой. Ну, в принципе, и на пятый уровень. В принципе, если что, на четвертый можно взять.
дофигища. И в принципе и на пятом тоже. Забавно, на стриме никого нету. Практически. В чате никто ничего не пишет. Я сейчас затащу и даже никто не увидит. Это будет смешно. Да, удачно. Это, похоже, первый слив. Блин, еще это не взял. Это однозначно первый слив. Да ты че, борзеешь? Вот это я заэкстремалил вообще. Блин. А, она вообще ничего не наносит. Жесть.
Плоховасто, плоховасто. Ну, в принципе, еще реально. Не то выдали мне. Что ж такое? Так, это не поканает нам. Блин, еще и не факт, что я здесь есть. Да. Все, умудрился это как-то взорвать. Да что ж такое, опять скорость дали. Жесть. Так, я думаю, надо ресетить. Толку особо нету.
Хорошо, тихо, здесь аккуратненько. Очередной экстрим. Хотя вообще не хотел экстрима, но получилось, что из-за экстрима. Но... Аккуратненько. Блин, чуть не просрал вспышку. Конечно, скорости в таких моментах не хватает. Блин, хреново получилось. Фак. Дерьмо.
Собрались. Ты, наверное, возьму вторую скорость. Офигеть. Как я умудрился сдохнуть здесь-то, ё-моё. Вообще капец. Лаги? Да ладно, какие лаги? У меня все нормально, 2000 килобит влияет. Все, я понял.
Да я понял, понял, сейчас старое сообщение. Да, привет, Алекс. Вот дерьмо. Да что ж такое-то, а? В смысле, а чё, музыку не слышно? Но я могу сделать вот так, попробовать. А так слышно? Так, секунду. А так. Блин, странно. Сейчас посмотрим. Такс. А сейчас. Да блин, да не может же быть такого. И сейчас не слышно. Но теперь я себя, главное, не слышу. Ага. Мне даже загадка какая-то реально. Блин, очень странно. Блин, все перетыкал.
Сейчас, конечно, в настройках посмотрю, но что-то я не знаю. Вообще должно быть все. Вообще, кстати, действительно, вот я смотрю. Я, кажется, понял, в чем проблема. Все. Все. Назад все убираем. Даже, наверное, потише сделаю. Здесь, наверное, потише сделаю. Я понял, в чем косяк. Так. Да. Попробуем вот так вот поставить. Так, и... Нет, не появилось так. Тогда небольшая пауза техническая. Я, в принципе, понял, в чем косяк. Блин, но нужно при... Перезапустить стрим придется. Ну окей, не проблема, в принципе. Ну да. Я, в общем-то, так и сделал. Так, сейчас посмотрим. Сейчас должно появиться все. Да что за хрень-то, почему не появляется? Ничего нету, да? Так, заглушка. Так. Окей. Ну-ка. Нифига.